Еще о тратах. В США сенатор Рэнд Пол опубликовал самые безумные траты американского бюджета в этом году. Например, в списке есть, цитирую, исследование сексуальной активности перепелов под кокаином. На это, кстати, ушел почти $1 млн налогоплательщиков. Съемки телевизионного сериала на афганском языке «Пушту». Изучение влияния воздушных потоков на ящериц. Ну а еще исследование охоты на ослов в Древней Азии. Ну а еще из этого, что может сильно заинтересовать налоговую службу США, так это выплаты на армию Сомали. Дело в том, что ее не существует. Всего же расходы непонятно на что составили почти $115 млн.